Давайте собирать урожай, давайте готовить уху, и нужно будет сходить найти мужика в лесу. Так что, ребят, всем приятного просмотра, продолжаем с вами наше приключение с нашей таверной и выполнять квесты. Так, сейчас мы соберем морковку, сделаем уху, заберем ее и пойдем попробуем найти мужика в лесу. Интересно, у него там вроде нарисован значок колеса. Может, у него это, как его карета поломалась, и нам нужно будет ее починить. Сейчас посмотрим. Так, свежая форелька, пятерочка, морковочка. Ага, позже, да? Так, готовить. Дзынь. И вот вам морковка. Хорошо. Есть свободное место под морковку? Да, есть. Давай сюда. Давай, наверное, удочку выложим. В принципе, нам удочка пока мест не нужна. Я думаю, что нам нужно? Нам нужно взять тарелочку. Блин, а тарелочек-то у нас мало осталось. Давай, наверное, пойдем купим одну тарелочку. Русалка ее все равно заберет. Эй. А я так не напасусь тарелок, если честно. А почему у тебя удочка? Удочка 300. Угу. Я думаю, про любителей трактористов мы умолчим с вами. И не будем ничего говорить. Так, ладно. Идем, заберем суп. Есть, хорошо. Тарелка с форелью, да? Угу. И найти мужика в лесу. Ладно, идем. Давай проведем наших курочек, посмотрим, что они здесь. Блин. У меня аж подлагало, если честно. Интересно, если я сейчас это все соберу и продам. Сколько мы денежек на этом поднимем с вами? Давай попробуем. Мало ли мы сейчас тут миллионерами станем. Так, кура. Аккуратно. Мне нравится то, что у меня здесь залагала поилка, и они теперь не едят. Что мы спокойно можем забить. Обожаю такие баги в игре, когда все идет в мою сторону. Блин, ну если я сейчас не смогу яйца продать, это будет печально. Потому что столько много мне реально не нужно. Так, ребят, никому яйца не нужны? Если что, пишите комментариях, ну либо в телегу, в личку, в описании канала есть, не стесняйтесь, вышли по почте. Блин, главное, чтобы на место сейчас хватило в нашем рюкзаке. И да, кстати, игра, когда ты мне новый рюкзак дашь, потому что в моем мало места, если честно. Так, еще чуть-чуть, еще немножко. Ой, погоди, кура. Я куда куру дел? Кура гуляй. Ты мне еще нужна будешь. Возможно, из-за того, что я поднял куру, она и разлагает наша кормушка. Ну, посмотрим, ладно. Идем торговцу. Так, где наш лес? А лес наш вон там, да? Хорошо. Здорово, ты ж купишь у меня яички по 250, да? Ля, как мы баблосики с вами поднимаем, ребят. Это вам не три топора. Так, ладно, 5 косарей. Да ты шо? Вот это хорошо. Так, погоди, а ты куда? Грязная кружка, не, такого мне не надо. Яблочки, наверное, тоже трогать не буду. Мне найти нужно мужика в лесу. Ну, там у нас олень находится. Так, я думал, ты грибочек. Нет, ты не грибочек. Угу. А где мне его искать?
Но явно не здесь, да? Так, здорово. Ага, карасик. Но карасик мне не нужен. Ты кто? Предок. Что за предок? Зелье перышка. Все, 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 я ухожу. Успокойся. Ухожу. Мне вообще мужика нужно в лесу найти. То есть ты не отстанешь, да, от меня? А, не отстал. Шикарно. Так. А, дай сюда, пожалуйста. Все, слышь? Это тебе мне помочь нужно. Здорово. Алло, мужик. Бонжур. Мужик, ты где? А? Или это наш новый дом будет? Ну, смотри, смотри, ему нужна помощь. Найти мужика в лесу. Мы в лесу. Вот это вот лес. Либо нам дальше нужно пройти. Какой мужик? Ага, я не должен уходить, да? Сильно далеко, хорошо. Блин, мужик, отзовись. Так, но дом, я уверен, это будет нам по квесту, по какому-то одному из... Да, возможно, наш новый домик будет... Так, там у нас помои, там у нас кабаны. Так, здорово. Клиент. Клиент, не то. Конечно, это тоже мужики. Плюс 360 золота. Это за что? Это за что? Слышь, ты мужика не видел? Здорово, не видел мужика, не? Падла. Не, не видел мужичка. Может, он где-то здесь? Может, ему тут помощь нужна? Еще какой-то предмет. Так, это похоже на какой-то алтарь. Камушки, камушки. Короче, непонятно. Ладно, давайте дальше искать. Так, это кабан. Что это у нас показывает? Куда мы можем выйти с вами? Таверна, это я понял. Нам нужен мужик. Не в плане, что мне нужен мужик, а в плане по квесту. Мне нужна русалочка. Русалочка у нас есть. Ладно, идем к русалочке. Мало ли, может. Может, мужик обиделся и уехал. Окей, мне скоро факел испортится. Так, ну здесь поле, здесь у нас пчелы находятся. Мы там мед с вами добывали. Это что у нас такое? Здорово. Тебе помощь нужна? Доброго дня тебе. Эй, я не звал бы его добрым. Чего приуныл? Купил я вчера повозку новую, не битая, не крашеная. Проехал домой, ехал, и тут приспичил. Остановился, вроде все тихо, мирно. Но я отошел в ближайшие кустики, возвращаюсь, и вот. Поздравляю с покупкой, классная повозка. Но мне кажется, чего-то не хватает. Тебе не кажется, колес не хватает. Что ж ты купил колес? Повозку эту, повозку без колес. Когда я ее покупал, колеса были. Они были до момента, пока я не ушел. Эти колеса, они не могут сами куда-то уйти. Очевидно, их кто-то стащил.
Да, это возможно. Тут неподалеку есть лагерь подозрительных личностей. Ну вот. Но я их сейчас. Только вот я безоружный, да и драться не имею. Да и вообще я за мир. Может, ты с ними разберешься? Но мне не нужны колеса. Зато мне нужны. Я тебе заплачу. Только принеси мне мои колеса. Ну, хорошо. Угу. Найти колеса. Это не там, где мы были только что. Не, у них колеса были. Неподалеку. Тут кто-то должен быть. Хорошо. Я предлагаю сбегать туда. Просто неподалеку в этой игре может быть 1000 километров, да, наверное. Так, ага, вот лагерь. Так, ребятки, пожалуйста, пусть это будет у вас, эти колеса. Да, вижу колеса, хорошо. Но я только одно вижу. Здорово. Ты колеса забрал, падла. Как тебе не стыдно? Человек по нужде пошел. Приспичило ему, а ты взял колеса забрал. Маленькое зелье. Отлично. Блин, я все эрочку нажимаю для перезарядки. Так. Еще картинка, да? Прикольно. Так, одно колесико. Второе колесико. Мель забрать. Яйцо. Не. Так, два колеса, конечно, лучше. Чем вообще без колес? Но где еще одно? Ага, вот вижу. Да, мне кажется, что как-то сильно просто это все было. Реально чересчур как-то просто. Так, зелье. Давай заберем. На крайняк продадим, ну, либо выпьем потом. Либо продадим, либо выпьем. Блин, надо будет эти картины развесить у себя в заведении. Здорово, чувак. На, держи. Здорово, мужик, держи свои колеса, все 4 штуки. Спасибо. Если хочешь, помогу помочь за дополнительное возрождение. Вот это было здорово. И почисти ее заодно. Хорошо, за работу. Установить колеса. Почистить грязь. А, наверное, мне вот так нужно будет, да, делать? Да. А почистить грязь, я уверен, что метлой. Чё-то мне так кажется. Хорошо. Отлично. Шикарно. Почистить грязь. Или каким образом? Ага, да. Есть, отлично. Блин, днем бы, конечно, это лучше было выполнять, потому что я ничего не вижу. Если честно. Так, и последняя грязь. Шикарно. Все. Здорово, мужик. Твоя повозка в первозданном виде. Спасибо, у тебя золотые руки. Теперь можешь ехать. Да. Погоди, здесь еще была лошадь. Лошадь? Кто-то стащил твою лошадь? Лагерь бандитов ее не видел. Лошадь не колеса, могла и убежать. Что же мне делать? Лошадей не видел, но могу пригнать кабана. Вот эта идея. У меня будет самая понтовая повозка. Пригони двух. Это будет в два раза дороже. По рукам. Примани кабанов. Примани кабанов. В лесу нет лошадей, но много кабанов. Я должен их
заставить следовать за собой. Каким образом? Я таки извиняюсь, а каким образом я должен это делать? Кто-то кабан не знает, как мне их применить? Как мне их найти, во-первых? Ладно, давай назад сбегаем. Я просто не уверен, что... Ага, вот кабан. Нет. Это мужики просто отдыхают, да? Да. Каким образом мне его приманить? Может, просто чтобы он за мной следовал? О, не, это павук. Это павук. Слышь, а паук тебе не подойдет? Вообще самая понтовая полоска тогда будет. Так, месье кабан, where are you? Ну да, когда надо, я их не найду, да? Так, грибочек. Хорошо. Блин, где кабан? Где хоть один кабан? Так, надо запомнить, что у нас там мужик находится. Так, давай, наверное, мы сходим домой, повесим картины, купим себе факел, еще один, потому что этот у нас закончился. Картина, картина, картина. Куда бы ее повесить? Ой, как красиво-то, ты шо? Куда ты будешь? Вот тут. Да? Вообще ля какая. И сюда давай. Ну все. Точно нас, наш с вами ресторанчик на 6 звезд Мишлена заслуживает. За вот такое вот. Так. Давай грибочек сюда. Это вот сюда. Зелье мне пока не надо. Эта штука тоже пока не надо. Ну и грибочек тоже вот сюда. Так, пошли искать кабанам. Так, а продай мне, пожалуйста, расходник, 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 арбалет и факел. Стоять, это что такое? Патрон. Мушкет. Ля, мушкет будет. Вот про что я говорил, что у нас будет с вами огнестрел. Нет, не может не радовать. Потому что с этими арбалетными болтами каши не сваришь. Так. Давай бегать, искать кабана. Я никаким образом его подманить не смогу. Мне нужно, чтобы он конкретно за мной бежал. Ля, сколько всего лежит. Не могу я мимо пройти. Угу. Ячмень. Хопа. Под глазом. Ха. Шутка за 300. Достойна лайкосика. Ладно, давайте тогда пока месьмёд пособираем с вами. А потом сходим за кабаном. Угу. Яблочко, яблочко. Так, здорово. Как оно? Давай, иди сюда. Ёб твою. Не попали. Мед есть. Бонжур. Да погоди ты. Серьезно, я не попадаю? По идее, должен... Есть.
Вот это пчелы. Вот это я понимаю. Представьте, сколько они меда дают. Так, есть, отлично. Шершнем. Так, шершни это, конечно, все вкусно, но мне нужны кабаны, чтобы они за мной бежали. Мне нужно, чтобы кабаны за мной бежали, которых здесь нету. Да плюс еще две штуки. Слышь, мужики, может вы мне поможете кабанов приманить, а я вам денежку за это. Угу, кукуруза, понятно. Может засунуть ее себе, знаешь куда? Слышь? Дебила кусок, ты тут кабанов не видел? Так, а давай попробуем посмотреть, что у тебя здесь есть. Оп. Сундучок, взять все. Ясненько. Охранник ты, конечно, замечательный. Нужно, чтобы начальство тебе зарплату подняло. Кабан, вот. Прикольно. Ой, еб твой грибочек съел случайно. Нельзя кушать. Нельзя грибочки кушать, слышь? Дебила кусок. А ну иди сюда. Чем тебе приманить? А если я тебе шваброй по жопе дам? Не? Ой, еб твою. Грибочек хочешь? На, держи. А, погоди, кабаны вроде яблоко любят, да? Кабаны вроде яблоко любят. А ну давай, иди сюда. Стой. Стой, придурок. На. Нямай. Хочешь яблочко? Боже, какие ты тупые. Побежал. Давай, за мной. Во-во-во. А то я ему яблочко и семечко. Он выдергивается. Да? Ага, выдергиваешься? Давай, побежали. Где ты? Давай. Ёб твою. А это было больно. Это реально было больно. Ты ж бежишь за мной, правильно? Да, бежишь. Так. Слышь, придурок. А ну, давай друга с собой возьмем. Во, нормально. Давай. Иди сюда. Первый пошел. И давай второй. Ну, что ты? Что ты завис? Давай. Изи, мэн. Здорово, мужик. Так, два кабана у тебя есть. Здорово. Почему никто так раньше не делал? Возможно, вскоре мы узнаем. С этими приключениями я успел продолдаться. Ты недалеко моя таверна. Заходим. Ну здорово, только я больше не буду уходить от моей повозки. Я принесу тебе что-нибудь пожевать, что ты любишь. 10 кексов и бочку пива? Точно, тогда 10 бутылок ячменовых. Чего? Сделать ячменный хлеб. Сделай бочку пива. Слышь, а ты не лопнешь, деточка? Погоди. Пошли, отдадим сначала наш заказ русалке. То, что у нас уже есть готовое. Потом будем разбираться с этим мужиком. Только осталось теперь найти русалку. Где она там, возле озера какого-то? А, вот там, по-моему. По-моему, она здесь. Ну, пиво-то купить я смогу. Это не проблема, бочку пива я могу купить. А вот конкретно по поводу хлеба. Нужно будет печиво. Так,
Здорово. Так, побежали. Где наша русалочка? Угу, ну вот идем. Что ты, зайка? Все, ты все еще загораешь, да? Так, здорово. Вот, прямо от шефа. Слюни текут, аж уровень воды увеличится. Приятного аппетита. Спасибо за все. И это все? Серьезно? Ты даже сисюля не покажешь мне? Ля, вот так вам женщинам и доверяй после этого. Даже сисюля не показала. Жесть. Так, ладно. Идемте домой. Нужно приготовить будет сейчас хлебушек. Так, ячменный хлеб. Так, ячменный хлеб, ячмень 3, ведро 1. Ну, в принципе, несложно. Если честно, я так еще и не сообразил, зачем нам яблочки нужны. Может, для компоста просто? Так, что мне нужно? Ага, ля, топор. Му? Это для вас был ремикс, ребят. Не забывайте ставить лайкосики после таких вот ремиксов. Так, продать на грызок. Расходники. Мне нужно продукты. Бочка пива. Дай сюда. И пошли делать хлеб. Пошли делать хлеб. Мы же больше ничего не находили. Мы... Мед. Все, 10 штучек, хорошо. Стрел у нас мало, но... Ладно. Угу, ячмень сюда. Яблочко сюда. Ножки жабичи вот сюда. Угу. И одно даже лишнее. Ну, давайте мы заберем отсюда ячмень. Положим сюда ножку. Надо будет 4 тарелочки. 1, 2, 3, 4. Давайте, наверное, эти кексики мы занимаем с вами. Помоем посудку. И приготовим хлебушек. Так, ячмень 15. Хорошо. Так, 1, 2. И водичка, да? 5. Приготовить все. Ячменный хлеб 10. А я надеюсь, ты не в тарелке у нас будешь ложиться, потому что 10 тарелок это чересчур сильно дорого для меня будет. Что я хотел? Я хотел грибы выложить, да? Угу. Что у нас тут лишнее? Наверное, вот эта вот штука. Грибочек сюда. Ты вот сюда. Так, давай смотреть. Да, требуется тарелка. Нам нужно будет 10 тарелок с вами, ребят, закупить. Ладно, пошли. Так, тарелка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 есть. Давай у нее за соточку еще 10 купим. Те тратить не будем. Те, что у нас с вами есть. Мало ли пригодится. Не знаю, зачем я чистоту тут продолжаю наводить. Все равно никого нету. 2, 3, 4, 5. Отлично, давай еще. Сюда и поехали. Так, а ну, жареные лягушачьи лапки, 10 штучек, 5 порций. Жареный стейк. Угу. Так, жареный картофель с грибами. Ну, к сожалению, картохи у нас еще нету. А не продают ли
он картоху случайно наш торговец. Давай посмотрим. Не продаешь ли ты семена картохи? Так, расходники. Нет, не то. Продукты. Расходники. Семена ячменя, моркови, кукурузы, винограда. Патронный меч. Не, значит, нам должны будут дать что-нибудь. Заквасть, наверное. Му-му-му. Да-да-да, му-му-му. Должны, наверное, будет нам заквасть дать картоху. Потому что в продаже его нету. Ну и не может быть такого, что рецепт у нас уже открытый, а в продаже его еще нету. А никто не помнит, куда нам идти. Потому что я пока лялякал, забыл, куда идти. Нам нужно в сторону поля, я помню. А потом справа будет телега стоять. Так, ну не, это лагерь бандитов. Лагерь разбойников нам не нужен. Так, факел. Не зря же я его покупал, правильно? Так, кто у нас тут? Ага, тут у нас русалочка. Ага, вот в эту сторону, по-моему. Если не ошибаюсь. Что это светится, вы видели? Что-то светилось. Ага, это кабан, да? А, это звезды или что это? Что оно светилось там? Ты кто? Здорово. Слышь, ты мужика не видел тут? С повозкой. Потерял. Не, грибочек. Грибочек нам пока мест не нужен. У нас вроде бы там 20 штучек. Блина. Няма-няма. Ладно, не. Оставим, пока мест не будем. Пока не будем брать. Так, здорово. И вроде где-то... Нет, не здесь. Я, по-моему, не в ту сторону пошел, да? Вам мне кажется, что я не в ту сторону пошел. Мне так кажется. Так, тут, ну, тут наша волшебница живет. Которая нас зельем угощала. И мы помогали ей. Так, поле, костер. Ага, вот поле, вот, все, правильно. Вот поле, а нам в ту сторону. Вроде бы как бы. Или нет? Может, отсюда вроде пришли. Ладненько, ладненько, возвращаемся. Разработчики, добавьте, пожалуйста, мини-карту, я вас прошу. Ну, либо азимут какой-то. Ну, реально. Ну, вам же ж не сложно. А мне будет проще ориентироваться. И поменяйте звук ходьбы, я вас прошу. Ну, либо научите вашего... главного героя поднимать ноги, когда он бегает. Потому что все подошвы так можно стереть. Ладно, давайте пройдемся. Не будем бежать, давайте пройдемся. Так, это домик. Это не то. Честно, ребят, не помню, где тот мужик был.
Я не притворяюсь, честно, не помню. Ладно. Давай так пробежим. Пробежим, вспомним. Так, отстань. Гоблин, отстань. Не до тебя. Слышь, ты мужика тут не видел? Каретой. Там два. Понял, не видел. Ладно, да я дорогу сам найду. Чё ты вот это вот начинаешь? Все хорошо. Ага, тут еще и медведи. Интересно, на велосипеде либо нет. Мужик, ты где? Не, ну рано или поздно мы его найдем, вот так по кругу, когда мы будем ходить. Ну хотелось бы рано, чем поздно. Так. Угу, олень. Так, ребят, подскажите, где он? Напишите мне в комментариях. Арчи, ты не туда пошел. Здорово, как ты? Спасибо за все, понял. Так, мы отсюда пришли, хорошо, давай пошли сюда. Лес, да? Вот сюда нам надо. Идем по тропинке. Но я помню, это где-то возле поля было. Слева у нас пчелы были, мы ловили мед. А справа у нас мужик с каретой сидел. В лес, побежали в лес. Так, здорово. Не-не-не, все-все-все, отстань, пожалуйста. Отстань, говорю. Я сам дорогу найду. Спасибо, конечно, за помощь. Так, лес, лес, лес. Таверна. Ну, где-то между этими двумя, по-моему. Угу, сильно далеко ушел, да? Ладно, ладно. Давай сюда и пройдемся. Ну, я не прикалываюсь, ребят, честно, не помню, где он был. Примерно где поле, я-то помню. Только что это нам дает, это поле. Плюс-минус где-то здесь он должен быть. Вроде бы там бы где-то должен быть он. Слышь, ты мужика не видела? Угу, здорово, пчелки. Только вас мне еще не хватало. Не-не-не, отстаньте. Ага, вот этот мужичок еле нашел. Еле нашел. Так, понял, ты ж не отстанешь, да, пока месь? Пока месь кони не двинешь, ты ж не отстанешь. Слышь, шляпа, ты помочь мне не хочешь? Да нет такого желания. На. Здорово, мужик, вот твой заказ. Спасибо тебе за все. Не знаю, что бы я без тебя делал. Так, пожалуйста, будешь проездом, заходи в таверну перекусить. Угу. И что он мне дал? Рутинные дела. Продолжайте развивать таверну. Готовьте еду и обслуживайте посетителей. А что ты мне за это дал? Денежку какую-то? Я надеюсь на за это. И на это. Что, нам дали какую-то денежку? Так, ребят.
Сейчас будем с вами выполнять рутинные работы. Ну, точнее, я сам буду его выполнять. Без записи нужно будет прокачать, я так понимаю, себе статус до 13-го, либо до 14-го уровня. Нужно будет человек 10 в заведении принять. Давай сбегаем, посмотрим, на каком уровне у нас что там открывается. Вроде бы на 14-м, да, если я не ошибаюсь. Так, мебель, расходники, мушки. Да, на 14-м меч у нас появится. Продукты, 14-й. О, и домашняя свинка. Значит, мы прокачаемся с вами до 14-го. Точнее, я без записи это все сделаю. И по идее у нас где-то должна будет появиться ферма. Му-му-му. Возможно, мы здесь и свинок с вами будем выращивать, как думаете? Угу. Интересно, интересно. Но это вроде не загон, это вроде забор просто. А других мест для свинок я реально не вижу, где мы их можем выращивать. Хотя, может, мы просто их закупать будем с вами. О. Ля-ля-ля. Дебила кусок. Орём, мы закрыты. Все никак у него ломаняться, да? Где твой друг? Ты же в основном с другом приходишь. Не, нема. Один. Скажи честно, ты зачем пришел? За унитазом, либо за микроволновкой? Понял. Так, все. Всем огромное спасибо за просмотр, за лайкосик. Я надеюсь, вы поставите. Немножечко поиграю. Открою нам 14 уровень. Домашнее животное, свинку и меч мы с вами сможем потом купить. И тогда мы начнем. Все, всем мур-мур, пока-пока и до потом.